сегодня мы продолжаем нашу серию про коп. Мы опять в лесной были и идем на пляж. Всем привет! У нас сегодня пляжный коп на турбазе. Ребята ищут монеты. Пока много мусора. Монеты тоже есть. Вот так вот. Копаем на пляже на турбазе на Волге. Пробка, конечно, здесь отдыхают. Поглядеть. Ну ничего, вчера было хорошее дело. Нашли несколько монет. Нет, да? У нас крышку. Да, крышку. Большая крышка. Бросай. Нет, это точный сигнал. Здесь много сигналов. Видимо, надо где-то. Это в другом месте.
5. Это вообще не пуговка, это шуруп. Видимо, здесь ведь дорога была для трактора. Видимо, когда он ехал, у него что-то вылетело. Ну, я думаю, такая уж и плохая. Когда нам попадется уже монет? Я думаю, здесь много мусора. Ну, не знаю, где еще покопать. Может, там? Да, много же. Обычно туда и поеду. Много, да. Много стал потеряться. Да. Кока-кола! Большая пачка кока-колы! Что нашли? Ложку! Чё? Ложку! И кока-колу! Офигеть! Серебряная ложка! А может это золото белое? Не знаю. Офигенно! Мама!